Нарезаем цветной капусты, нарезаем ее на небольшие кусочки. Наш суп. Так, перчик и лук почистили, помыли, порезали и тушим на медленном огне на сковородке. Итак, лук и перчик мы с вами порезали и тушим на медленном огне. Так, у меня уже готовый рис, поэтому я добавляю в наш суп рис готовый. Вот овощи наши потушились, и мы их теперь добавляем в наш супчик. Наш супчик приготовился, добавили лаврушечки, выключили огонь, выключили плиту. Все, супчик готов. Я обычно, прежде чем есть, даю немножечко настояться, ему еще минут 5-7, и потом можно уже подавать к столу.